Ладно, я попробую позвонить своему начальнику и спросить, что к чему. Так. Оу, жена. Оливия, привет. Дорогой, а ты... что ты хочешь на обед? Я же на работе обедаю. Но сегодня ты можешь приехать к нам, пожалуйста? Я постараюсь, Оливия. Ну, ты девочкам передавай привет. Я не знаю. В общем, посмотрим. Ну ладно, давай, пока. Пока, целую. Давай, пока. Так, все. Так. Алло. Алло, здравствуйте. Юрий Григорьевич, вы можете мне помочь? У меня очень... В общем, у меня проблемы. Одна девчонка, да, новая работница, узнала, что... В общем, увидела какую-то часть моего снаряжения, моего робота. В общем, она увидела немножко. Ну, в чем же проблема? Ты у меня не первый раз. Филипп. Просто дай ей взятку, она же просто глупая девчонка. Сколько ей лет? Ну, 20. Ну вот видишь, просто дай взятку. Такие, как она, любят деньги, вот увидишь. Я постараюсь, я не знаю, сработает ли это с ней, потому что, как по мне, она не такая простая, как кажется. Мне кажется, ее нужно взять к нам в команду. Какого черта? Нам не нужны непонятно кто. Вы с Мэри пока мне подходите, больше мне никто не нужен, ясно? Просто дай ей деньги и пусть она валит. Ладно, ладно. Все, конец связи. До свидания. Все, конец связи. Черт, с кем я связался, как всегда? Да, я могу тебе рассказать еще другую шутку, Кейси. Ну мне, я вся в нетерпении, ваши шутки просто шикарные. Ну ладно, ладно. Так, все, шуток уже достаточно. Давайте работать. Ладно. Ну, Мэри, ты что? Тебе что, разве не смешно? Нет, мне не смешно. Лучше бы думала о беременной жене. Ладно, ладно. А, кстати, как поживает ваша жена? Неплохо. Ну, я тоже рада. Это глупо, что мы сейчас делаем. Да, я знаю. Ну, в общем-то, я, наверное, пойду проведу директора. Что-то он давно не выходил в свет. Надо ему бы кофе принести. Ну, он же вас не про это, в этом не просил, Мэри. Можно на ты. Правда? Кстати, ты будешь кофе? Конечно, буду. Возьми стаканчик. Ладно. Неужели в кружке только для самых главных? Ну да, для начальника и для меня. Круто. Ладно, жду, Мэри. Давай, пока. К вам можно, Филипп Андреевич? Да, да, можно. Я принесла вам кофе, даже если вы этого не просили. Ой, большое спасибо. Кофе как раз то, что мне сейчас нужно. Мэри, у меня проблемы. В чем дело? В общем-то... Кейси увидела нашего робота. Что? Целого? Нет, только ноги. И... Кстати, я приготовила для тебя уже снаряжение, я думаю, что тебе понравится. Да, я тоже думаю, но как она могла его увидеть? Ну, вот так получилось. Ах, ладно, вам придется ее вызвать к себе и поговорить с ней, или мне все-таки, или вам нужна моя помощь? Я думаю, что ваша помощь мне не нужна, я сам разберусь. Ладно, если что, я всегда здесь. Ладно, вот, берите чашку. Да, хорошо. Кейси, тебя к директору. Правда? Да, Филипп Андреевич тебя вызывает. Ну ладно, я тогда пошла. К вам можно, Филипп Андреевич? Да, конечно, Кейси, заходи. Присаживайся, чувствуй себя как дома. К чему это все так? Вы ко мне добренько относитесь, какой-то вы странный сегодня. Нет, я нормальный, Кейси. Скажешь, вот сейчас, мне сейчас... Просто, ну, я не могу сказать вам. Филипп Андреевич, вы куда? Нет, я никуда. Просто обещай мне, что ты никому об этом не скажешь. Никому не расскажешь о нашем разговоре. Ну, обещаю, что никому не расскажу о нашем разговоре. Прекрасно. Кейси.
Мой начальник не разрешил вам рассказывать о том, что вы видели вчера. Да, серьезно? И, в общем, я хотел бы вас принять в наш клуб. В смысле? Какой еще клуб? Вы меня вообще за кого принимаете? Нет, нет, не в этом смысле. Либо вы сейчас закрываете рот, и я вам даю взятку, либо вы закрываете рот, и я беру вас в нашу команду. А помимо вас, кто еще в команде? Мэри. Мэри? Серьезно? Она в команде? Но такого не может быть. Да. И вы в любом случае обязательно должны вступить в нашу команду. Почему я? Почему? Почему не Дэниел? Он же тоже это все видел. Да, но... Дэниел, недостойный ты работы. Ты такая вся секретная, смелая девушка. Ты обязательно должна работать у нас. Ай, ну и сколько вы будете платить? 1 миллион в 2 месяца. Серьезно? Да, для моей семьи эти деньги как раз очень нужны. Я думаю, вы меня очень выручите. Да, 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 конечно, я вас выручу. Так что приступаем к работе, или что? Мэри, я вызываю тебя к себе. И захвати ее темные очки. Ладно. Мы все заняты, никого не впускать. Ясно вам? Ну, да, конечно. Так, все, я закрыл дверь. Девушки, да, одень ей темные очки. Угу. Так, Мэри уже обо всем знает. Я принимаю Кейси к нам. Что? Серьезно? Да, Кейси будет работать у нас. Вау! Вот именно эту штуку я видела! Именно эту штуку! Ну вот, не ори об этом на весь кабинет, на весь офис, сейчас все слышат. Так, здесь есть все снаряжение. Как видишь, это компьютер. Для того, чтобы следить. Видишь, тут камеры. Они установлены во всех местах. Понятно. Это запасные паспорта и билет за границу, если что-то пойдет не так. Угу. Это робот, которого нужно сажать вот сюда, чтобы этот большой робот заработал от маленького. О, как это мило! Малюсенький робот! Совсем малюсенький робот, а из него получается такой гигант, которого все боятся. Ну да, выходит так. Эта штука нам тоже очень нужна, чтобы улавливать сигналы. Это все для того, чтобы чинить, ну ты это знаешь, а это специальные очки, через которые можно видеть ультрафиолетовые, то есть инфракрасные лучи. То есть лазер, что ли? Ну да. Класс! Я бы всегда носила такие очки, они круто выглядят и видно в них все так классно, не то что моих темных. Пока будешь оставаться в темных, Мэри, я приготовил для тебя кое-что. Это... тебе, но откроем мы это вечером. Ладно. Так что всем хорошего дня. Ты принята, Кейси. Да? Да. Ух, как круто. Никому ни слова, поняла? Да. Это еще о чем никому ни слова? Вот именно, что никому ни слова не буду говорить. Мэри, а что, она не должна снимать темные очки? Это уже... тебя не касается, Майк. Конечно, не должна. Она вступает в наш коллектив. Теперь она наша лучшая подруга. Вот так вот. Докатились. А что, Майк? Это неплохо. Ну, ладно. Кому как. Кейси, ты не хотела бы попить воды? Сейчас она воду с тобой уже не будет пить. Что? Кейси, можно тебя... Эй, ты зачем вообще пошел туда? Я хочу с тобой поговорить. Я не буду с тобой разговаривать. Пожалуйста. Давай попьем кофе в таком случае, если воду пить нельзя. Ладно.
Что они тебе сказали? Что случилось? Как наше дело вообще? Я у тебя уже давно не спрашивал так подобную информацию. Ты у меня не спрашивал подобную информацию, потому что это тебя не касается. Понял? Все. Все кончено, Дэниел. Но как же так?